Доброго вечора. Це програма Prime Аналітика. Я її ведучий Руслан Коцаба. Цієї години зі мною в студії міський голова міста Олександрівськ Микола Греков та депутат Донецької міської ради Сергій Третьяков. Вітаємо. Доброго вечора. Найближчим часом говоримо про таке. Тимошенко, Порошенко, Вакарчук – політики, котрим найбільше не довіряють українці. Убив людину, став потерпілим. Візит Стерненка до СБУ. Настане день, коли Крим повернеться до України. Зеленський. Цього тижня виповнюється рівно рік з від дня інаугурації 6-го президента України. Отже, я хочу запитати у наших глядачів, чи підтримуєте ви курс президента Володимира Зеленського? Телефон для голосування ви бачите на екрані, дзвінки безкоштовні. Екс-керівника Одеського правого сектора Сергія Стерненка, який у 2018 році зарізав людину в Одесі, визнали потерпілим. Сьогодні Стерненко приїхав в СБУ. Він очікував, що йому вручатимуть підозру у справі про вбивство Івана Кузнєцова. Під стінами головного слідчого управління Служби безпеки зібралися активісти на підтримку Стерненка. Втім, як виявилося, викликали націоналіста для проведення слідчих дій. Підозру не вручили, натомість зробили потерпілим у цій справі. Сам Стерненко переконаний, злякалися натовпу. На 100% впевнений. І про це говорять і наші внутрішні джерела в Офісі Генерального прокурора та в Службі безпеки України. Що станом на сьогодні мені мали повідомити про підозру по статті 115 умисне вбивство. І тільки завдяки тому, що ми з вами не мовчимо на цю тему, завдяки тому, що ви сюди прийшли в понеділок під час карантину, коли сюди дуже складно дістатися, я впевнений, що саме завдяки цьому вони вирішили сьогодні не порушувати закон. Василю Моровицькому змінили запобіжний захід з нічного домашнього на цілодобовий. Нагадаю, у серпні 2017 року його, нашого колегу-журналіста, заарештували. Підозрюють теж так само, до речі, як і мене, в державній зраді, інкримінуючи написання буцімто замовних статей антиукраїнського змісту. Подробиці розпитаємо у нього особисто. Пане Василю, доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, нам, з яких причин змінено запобіжний захід? Насправді не змінили, тут я уточню трошки немножко. Продовжили. Просто ночной домашний арест продовжили. Но дело даже не в этом, а в том, что теперь я один из лидеров по домашнему аресту вообще в Украине за последние 5, а возможно 10 лет. В Украине насчитываются единичные случаи, когда людям продолжают или устанавливают меру пресечения в виде домашнего ареста на срок более 2 лет. Если учесть, что еще до того года я пробыл в СИЗО, то есть это фактически уже 4-й год преследования, 4-й год такого вот ареста, или очень серьезного прям СИЗО, или круглосуточного, или вот ночного. То есть ну, все разумные сроки уже исчерпаны, не существует никаких нарушений. За мной от 3 до 5 человек каждый день служб в том или ином виде наблюдают, и при этом за эти 2 года я не нарушил жодного разу, не единожды этот ночной арест. А почему продолжили? Они как не объясняют. Як далі ви плануєте будувати свій захист? І взагалі, які перспективи вашої справи? На самом деле, перед тем, как вообще взять обвинительный акт в руки, и, Руслан, вы должны точно это знать, и уверен, я уверен, к сожалению, в своем горьком опыте, знаете, что судья должен в первую очередь посмотреть обоснованность обвинения, сформулировку обвинения. У меня обвинение формируется выдающимся образом, настолько выдающимся, что примеров в украинской юриспруденции до сих пор нет. Меня обвиняют, что как будто бы я подорвал, даже там ни слова про антиукраинскую как бы написание каких-то статей, будто бы я статьей подорвал целую информационную безопасность, манипулируя массовым сознанием. Если вы помните, был такой недавно министр, который пытался ввести криминальную ответственность, как будто бы впервые в истории или впервые в жизни в государство Украины за... Тут, простите, тут есть у нас еще один товарищ,
по імені Андрій. От він хоче... Ладно. Андрій, прошу прощення. На завершення. Ні, це, до речі, це особливості прямого ефіру. Ми дуже раді побачити, що, власне, ви... Всім глядачам передавав привіт. Він вирішив... Он смотрит каждый день канал ТКРТ и думает, нужно наконец-то войти в эфир и при всем передать привет. Дякую. И на завершення ще хотів вас запитатися. Скажіть, будь ласка, от я знаю, і я особисто приїжджав до вас підтримувати, коли ви ще були під цілодобовим арештом в СІЗО, і вас завжди на суди приїжджали неонацистські різні угруповання, там С-14, там правий сектор, чи як вони там зараз називаються. Скажіть, будь ласка, чи цього разу на суди вони приходять, чи їм таку команду не дали? Ну, я же говорю, я вплоть до того, вот я закончу с этим манипулированием, так вот это манипулирование сознанием, которое меня обвиняют, не является даже криминальным преступлением. Оно не определено даже как криминальный злочин. И вот одни из них, эти пацаны, которые сидели на одном из суде, он зачитывает там какие-то переговоры, переписку с его слов. Они сидят между собой, говорят, это что, державная зрада? Ну, оно, зал небольшой, но слышно, они между собой, державный зрад. Ну, я не знаю, может быть, не совсем уже интерес к этому безумию потеряли. Ну, а может, и в казівку надували, пока нет. Ну, власне, що ви сказали, що про безумие, дуже так влучне слово, бо я пригадую, що у вас по кримінальній справі, навіть настільки вони на швидку руку ляпали цю кримінальне провадження проти вас, що навіть вашого кота Пампуха, здається, визнали як агентом СБУ, так? Ну, там такая история была, будто бы не установлена особа, предположительно, агент ДНР. А, ДНР? Мы говорим, ну, хотите, да, хотите проведем, покормите этого агента ДНР кормом. Ну, уже сейчас не упоминают, но само обвинение в манипулировании сознанием, будто бы я что, Алан Чувак, как можно словом подрывать национальную безопасность? Это же бред, это изначально нужно пресекать как бред. Нет, оно длится 4 года. І вже дійсно на завершення. Пане Василю, якщо порівняти сьогоднішні два рішення нашого незалежного українського суду, перше, вірніше, правоохоронної системи, перепрошую. Перше – це те, що ймовірного вбивцю, який знімав процес, грубо кажучи, коли людина відходила від життя, знімав на телефон, я говорю про Одесита Стерненка, його визнали потерпілим. Відповідно, тих потерпіло, тобто людину, батька трьох дітей, Івана Кузнєцова, який вже давно похоронений, визнали нападником, підозрюваним. І в цей самий день відбувалося судилище по вас. Прокоментуйте. Система у нас устроєна так, от, юридично, що якщо ти захищаєшся від кого-то, то завжди було так, к сожалению, що тобі потрібно просто лечь, якщо тебе не вб'ють, получишь компенсацию. Но почему-то система в этом случае, в конкретном этом случае, сработала совершенно противоположно. То есть даже я сидел с человеком в СИЗО, который 54 года, на которого напали двое, один из них кандидат мастера спорта по рукопашному бою, напали вдвоем, то есть групповое нападение. Сели не они, сел он. И так мы повсеместно встречались. То есть повсеместно встречалось. Тут сработало почему-то наоборот. Почему? Ну, все прекрасно знают, почему. Почему такая избирательная? Мы не против строгости закона. И... Почему-то эта строгость закона иногда работает чрезмерно, абсолютным образом, а иногда не работает вообще никак. Дякую, це якраз і називається словом вибірковість закону, що взагалі перекреслює законність. Дякую, з нами на зв'язку був Василь Муровицький, він розказав нам нові деталі своєї справи. І хотів би, власне, про цю вибірковість від себе сказати. Справа в тім, що ми не можемо, поки йде слідство, чи невизначений статус, як в ситуації, наприклад, з паном Стерненком, ми не можемо говорити там ні факти, то все. Але те, що ми дізнаємося з мас-медіа, те, що публікується, скажімо, в нас тут, в журналістських розслідуваннях, воно показує, що виявляється, коли можна 20, 30, нехай навіть 50 людей з фальшвейрами, тобто з цими такими димовушками, ймовірно, озброєних холодною зброєю, привезти на Аскольдів провулок під будівлю головного слідчого управління СБУ, і виявляється, можна поміняти абсолютно
І про цю якраз вибірковість правосуддя ми розпитаємо екс-міністра юстиції України, заслуженого юриста, кандидата юридичних наук Олену Лукаш. Вона з нами на скайп-зв'язку. Олена Леонідівна, доброго вечора. Стерненко, коли вийшов з СБУ, заявив, мав отримати підозру в вбивстві, проте протести активістів змусили силовиків змінити наміри. Тому став не підозрюваним, а потерпілим. А минулого тижня підозру оголосили і Сайкулу та вбитому Кузнєцову. Що відбувається взагалі з справою Стерненка і, можливо, навіть з нашим українським правосуддям? Добрий вечір, студія. Добрий вечір всім, хто нас бачить і слухає. Что происходит? Юридически это называется укрывательство преступления. Политически это называется соучастие в преступной деятельности. Я считаю, что власть соучастник теперь Стерненко. А по-человечески это называется дело сливают. Действительно, Сергей Стерненко, по моей информации, еще на той неделе в результате нескольких экспертиз, установивших обстоятельства убийства, умышленного убийства, должен был получить подозрение в совершении убийства. Но его резкая протестная деятельность, протекторат людей, причастных к посольству США, а также трусость, беспомощность и безнадежность власти превратила убийцу в потерпевшего. Вот что происходит, Руслан. Чому, на вашу думку, українців судять так по-різному? Одним за вбивство надають статус свідків, а іншим за сфабриковані політичні статті знову продовжують цілодобовий арешт. Я маю на увазі ситуацію з Василем Муравицьким, який щойно перед вами був на скайпі. По моїй інформації, по моїй непровіреній інформації, Стерненко є сексотом, секретним сотрудником Службы безопасности Украины. Также на протяжении всей его жизни и, как я полагаю, преступной деятельности он охраняется за счет налогоплательщиков представителями специального подразделения Службы безопасности Украины. Охраняется человек. Вот как особо ценный кадр. Также, судя по заявлениям Супрун и других, он имеет непосредственное отношение к лобби в одном из посольств, которые явно влияют на политическую и общественную жизнь в Украине. Поэтому он очень важный человек. И ему, Руслан, сходит с рук абсолютно все. Сегодня для себя в памяти я освежила ряд уголовных дел, к которым причастен Стерненко. Мы сейчас говорим о его причастности к убийству, о том, как он убил гражданина Украины Ивана Кузнецова в Одессе ночью. Убил 5 ножевыми ударами. Последний удар был смертельным. По выводам экспертов, он пришелся в сердце. По выводам экспертов, он был нанесен с положения убийца сверху, жертва внизу. По выводам экспертов, Кузнецов жил после этого удара всего несколько секунд. И по выводам экспертов, для того, чтобы нанести последний смертельный удар, Стерненко бежал за жертвой 99 метров. Догнал. Жертва лежала на земле. И получила свой последний в жизни удар. А потом, через несколько лет, жертва стала подозреваемым. Но это же не единственное уголовное дело. И я хочу напомнить уважаемым зрителям, что в Приморском районном суде уже несколько лет затягивается рассмотрение 2 дел. Первое дело о похищении Стерненком и еще одним соучастником депутата. Человека похитили, человека усадили в машину. Человека били. Стерненко лично 3 раза выстрелил в этого человека из пневматического пистолета. Если я читаю документы следствия, Стерненко повернувся в бік Щербача, якого примусово утримували 2 невстановлених осіб та зробив по ньому 3 постріли зі зброї травматичної дії. Потом они долго ездили, пересаживали жертву из автомобиля в автомобиль и привезли в подвал. В подвале они продолжили измываться над жертвой. Стерненко и его соучастник Демчук продолжили издеваться над Щербичем. В том числе использовали такой аргумент, как плоскогубцы. Я читаю обвинительный акт. Стерненко, діючи за попередню змову з Демчуком та невстановленими особами, використовуючи наявні при собі плоскогубці, з особливою зухвалістю наносили телесні ушкодження. А потім, кроме всех этих издевательств, они взяли и обокрали жертву. Обокрали жертву, вдумайтесь, на 330 гривен, что дополнительно характеризует этих людей, и Стерненко в частности. Так они изъяли несколько банковских карт
я так понимаю, не знаю, что они уже не рабочие, дозвіл на носіння травматичного пістолету «Форт» і 300 гривень. Потом они выбросили этого человека, слава богу, в этот раз не убили. Но гораздо более интересным является дело «Поплавок». Что такое дело «Поплавок»? «Поплавок» — это сеть киосков, которые торговали наркотиками. И Стерненко предложил тем, кто участвовал в наркоторговле, свою защиту, как говорят в народе, крышевание, за скромную плату в $1000 в месяц с каждой торговой точки, которых насчитывалось в Одессе 8. Отныне он должен был защищать эти торговые точки. Часть средств он получил согласно обвинительному акту. Это, конечно, удивительно, но Стерненко, по мнению следствия, занимался покрывательством торговли наркотиками под выглядом ароматичных добавок для подгодовывания рыб. И я читаю процессуальный документ. Кроме того, есть уголовное дело о беспорядках в горсаду в Одессе и так далее. Вот представьте себе вот этот собирательный образ. Человек 95-го года рождения, Стерненко Сергей Вячеславович, много лет после так называемой революции, называемого достоинства, почувствовал себе силу и практически ежегодно был, как бы обвинялся государством Украины в лице компетентных органов в том или ином тяжком или особо тяжком преступлении. Заодно, я так понимаю, помогал СБУ, і він совершенно не наказан. Вот така історія. Не можу не запитати вас, маємо нового генпрокурора, пані Венедиктову. Уже місяць прокурор. Вона обіцяла і посадки, і розслідування по Майдану, по Порошенку. Поки що ми нічого не бачимо. Як ви оцінюєте роботу пані Венедиктової? Пародія на власть назначила собі пародію на прокурора. А пародія на прокурора – осуществляет какие-то пародийные действия. Все, что я запомнила о деятельности прокурора, это то, что вся команда Петра Порошенко, весь этот коллективный свиноборонпром на месте, чувствует себя прекрасно. На месте их имущество, на месте их преступные деяния, на месте их соучастники. Никто абсолютно ни за что не привлекается и даже не допрашивается. Что еще я запомнила? Что с небывалой активностью следствие занимается теми, кто защищал Украину от государственного переворота в 2014 году. То есть сотрудниками милиции, прокуратуры, суда. Также я заметила еще две вещи. Первое – пост о рыбках-прилипалах. Наш генеральный прокурор размещает у себя в Фейсбуке посты такого типа, что есть много рыбок прилипал, и они прилипают к хозяину. Ей, конечно, виднее, кто там у них кому прилипает. Но последнее, что мне запомнилось за эти два месяца, это, конечно же, пост в день Великой Победы. Наш генеральный прокурор разместил у себя на страничке неплохое поздравление и песню Льва Лещенко «День Победы». Пару десятков троллей, ботов и других особо одаренных присмыкающихся, прибежали к ней на страницу, обвинили ее в зраде. И вы знаете, что сделала генеральный прокурор? Она удалила песню и написала пост извинения. Таким образом, несколько десятков человек, а возможно и меньше, при помощи троллей и фейковых аккаунтов, спокойно изменили отношение генерального прокурора к песне. И дело ж не в песне, потому что песня продолжилась. Сегодня несколько десятков человек также изменили ее отношение к подозрению Стерненко и так далее. Потому что у нас в Генеральной прокуратуре находится какой-то студень. Понимаете, студень. Без сил, без стержня, без ответственности. Без всего того, чего мы очень сильно ожидали от Генеральной прокуратуры. Дякуємо. З нами на зв'язку була екс-міністр юстиції України, заслужений юрист, кандидат юридичних наук Олена Лукаш. А нашим глядачам я нагадую, ви також можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Дзвінки ТЕС безкоштовні. Отже, починаємо, пане Сергію, від вас. Не будемо заглиблюватися в деталі, власне, але от сьогоднішній день показово дав ситуації, як поступили з Василем Моревицьким, як поступили з паном Стерненком, про те, що держава, ймовірно, втратила монополію на насильство. Коли виявляється 20-30 якихось футбольних вболівальників з тими в балаклавах, можуть змінити рішення правоохоронного органу СБУ.
Ну, вообще-то, сейчас трудно сказать вообще, чем держава наша владеет. Потому что если посмотреть на те проблемы и вопросы, которые существуют в экономике, вот, в идеологической политике государства, вот, правоохранительных реформах, то можно сказать, что сегодня у нас действительно ситуация очень малоуправляема. И с этим что-то нужно делать. Потому что для меня вот данная ситуация, главный вопрос прежде всего стоит в том, что реформа у нас правоохранительная идет уже много лет, и как бы говорим, отчитываемся, что у нас все хорошо, а если посмотреть по сути, сам факт того, что толпа может править, это недопустительно, и это пресекается. Если мы бьем рекорды по факту того, кто сколько лет просидел под домашним арестом, то это недопустительно. И поэтому вот сегодня нужно начинать с этого, потому что у нас есть правило не соблюдать правила. Нет закона, а невыполнение законов, а правило не соблюдать правила у нас есть. И поэтому сегодня вот мы в том числе тратим время на анализ вот подобных вот ситуаций. Я думаю, что тот зритель, даже который нас слушал это время, он уже забыл, так сказать, запутался в этих всех пониманиях, и вообще-то ему это не нужно. Ему нужно верить в справедливость государства. Ему нужно верить в то, что любое наказание будет справедливо наказано. А это доверие сегодня он потерял. И вот это самая большая, мне кажется, трагедия, которая существует в нашем обществе. Дякую. Для наших глядачів теж нагадую, що влада охлосу, тобто натовпу, охлократія називається. І нагадую, триває наше опитування. Про результати ви бачите на екрані. Активніше голосуйте. Для нас важлива ваша думка. І, ймовірно, одна з ваших думок зараз прозвучить в ефірі. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Добрий вечір, студія. Це дід Михайло, Слобожанщина. Мені би хотілося все-таки сказати, все, що зараз, в даний момент, говорять о Зеленському, особливо врачі, і з усіх цих висказувань убрати повністю всі плохі слова, то у нас вийде повне мовчання. Понимаете? Лично мене обурило те, о чому він висказався в Польщі. Понимаете, он пошел на поводу тех, кто хочет отнять у нашего народа чувство победителя. Не понимая о том, что если отнимут это чувство победителя, то нами будет легче из дня управлять. Вы понимаете, к чему это дошло? А что сказал бы ему его дед и так далее? Это столько предательства с его стороны. Ну не буду больше о плохом говорить, а хотелось бы сказать, согласны ли вы со мной? Дякую. Ну, я зараз переадресую це питання нашому другому гостю. Але, пане Миколо, сьогодні опублікували дані, коли рейтинги особисті президентів, які були правили Україною за 30 років незалежності. Власне, при тому всьому, що зараз про Зеленського говорять, але він після Кучми друге місце має. Руслан, я хочу вернутися к Лукашу. І хотілося б напомнити їй, скільки безпреділа было в Украине, сколько поломанных судеб, когда она была министром юстиции. Чего ж она тогда молчала? Сейчас она такая умная. То, что она сказала про Стерненко, я не знаком с ним. И если есть факты, что он преступник, пусть будет решение суда. Хотел сказать тому парню, из-за которого выглянул ребенок. Хотел вас с ним назвать детьми, да? Но потом, увидев ребенка, не буду этого говорить. Меня 8 лет судят за взятку. В этой дурной стране эти идиоты-прокуроры... Без образ, пане Миколо. Почекайте. Ну, министры Лукаши и все инши. 8 лет я нахожусь под судом, только дело осталось в Луганске, а суд передали в Украину. Я им прихожу и говорю, вы меня посадите. Они говорят, мы не можем, нема материалов дела. Я говорю, вы закройте. Так вот я, Лукаш, хочу сказать, если вы такая разумная, вы меньше заступаетесь за подонков, а заступите за своего в прошлом однопартийца. По поводу рейтингов Зеленского. Ну, я не знаю, где вы берете рейтинги, знаете. Но могу вам сказать, службы. Хорошо, да, кто платит этим службам? Вы же сказали, что если зажигаются звезды, значит это кому-то нужно, про Стерненко, да? Если человек негодяй в тюрьму, если нет, на свободу, но... Ни участие в АТО, ни патриотизм, ни участие на Майдане не дает никакого права, а дает еще большей ответственности за все злочины. И все негодяи, неважно, какими флагами они укутаются, российскими, украинскими, если они порушили законодавство Украины, повинны відповісти. По рейтингам. Я вам напомню анекдот. Откопаем Брежнева, будет все по-прежнему. Но только дебилы могли признать Кучму, который продал Украину лучшим президентом. А то, что Зеленский, ну я вам хочу сказать, наверное, пора писать заявление, как анекдот про три конверта. И я скажу в прямом эфире в очередной раз. Владимир Александрович,
Убейте, в кавычках, дебилов, которые вас окружают. Они за год убили ваш рейтинг и могут убить вас. Гаразд, ну це було образно. Та не образно, це фактичні факти. У нас телефонні дзвіночки, будь ласка, доброго вечора, прямому ефірі. Будь ласка, якщо можна, відійдіть трошки далі від телевізора, бо є ехо луна. Віктор, Дніпро. Так, слухаю вас, пан Вікторе. Я хотів би сказати, що прийшли його підтримати, того Стерненка, такий самий, як і він. Ну, бійця должен сидіти там, де це. Якщо людини 5 разів ударив, мій сусід, що з дівчиною, ну, слава Богу, що боксер в парку в 10 часов вечора, прибрались троє, сломав одному ребро, другому зуб вибив. 4 роки дали. А цей, значить, убив і нічого. Одна надіжда тільки на СБУ, на Баканова. Що може та ні, тому що майданний Аваков, поліція, він ход діла не дає. Отпускають всіх, ви ж бачите, Пашинського. Пане Вікторе, пане Вікторе, а скажіть, як ви оцінюєте перший рік президента? Особисто ви. Ви знаєте, для пенсіонерів нормально. Я вам казав, мама 82 роки, все, що Зеленський обіцяв, 500 гривень, 1000 гривень на 10%, все він виповнив. По Донбасу, по міру, ну, не хочеться, щоб він, звісно, сімимильними шагами йшов к міру. Ну, ви бачите, тільки він починає балакати, його зразу приходять під адміністрацію президента і починають йому це все тормозити діло. Ну, надіємося, що буде нормально. Дякую. Дайте, будь ласка, наступний дзвіночок. Доброго вечора, прямому ефірі. Хто ви, звідки ви, назвіться ваше запитання? Добрий день. Добрий день. Руслан, вас беспокоит Андрей, Киев. Порядочный арестант, нахожусь на домашнем карантине. Вопрос, Руслан, ноги же растут. В 90-м году, вспоминаете, Майдан, 90-й год. Мы на своей земле. Вот эти мальчики сегодня, Стерненко, вся эта публика, они же на этом лозунге, они хозяева. Они при власти. Я прошу, чтобы мой вопрос, реплику, прокомментировал ваш коллега справа. А Лука Шлена уважаю, но пришел мальчик Данилюк и выкинул ее с кабинета. Пусть он вспомнит. Сделал. Эти пацаны при власти. Я желаю вам здоровья. Андрей Киев. Дякую. Питання. До речі, зауважте, сьогодні в нас якраз з Донецька, я з Галичини, в нас пан Сергій, він і депутат обласної ради Донецької, і колишній мер Харцизька, великого економічного центру на Донбасі, і пан Греков теж очільник місцевого самоврядування Луганської, біля Луганської області. Отже, спочатку вам, але потім я дам і вам можливість відреагувати. Чому дійсно? От у вас, напевно, чи не 40 років досвіду, і от ви так делікатно говорите про те, що держава втратила право навіть ту саму монополію на насильство, застосування сили. Держава – це ми. И когда мы говорим о том, что вот оценки раздаем Кучме... Мы что, зараз тут в студии на что всплываем? Нет, мы Кучме раздаем оценки, там Зеленскому сегодня раздаем оценки. Вот надо спросить себя немножко вообще-то, потому что они в том числе... Подібне, это же нормальный принцип электоральной... Можно, да? Ну. Они являются сегодня... Мы все являемся продуктами эпохи. Это государственный деятель, он с неба не упал, его не с Марса нам привезли. Мы его избрали. А если посмотреть, как мы его избирали, то посмотреть на выборы, можно сказать, что у нас на выборы приходит максимум 50% избирателей, вот, потом у нас 50 из 50% кто-то за колбасу, за сахар, кто-то за что-то еще отдается, потом мы смотрим, кого мы избираем, а потом мы всем раздаем оценки. Сергей Владимирович, значит, вас, вот... вас обрали депутатом областной рады. Скажите, що зараз ви, як в статусі депутата обласної ради, робите для Донецька? Ну, в тому, бо мені казали, що взагалі ваша обласна рада ні разу не збиралася. Обласна рада не може збиратися, тому що сьогодні у нас ввели воєнно-гражданські адміністрації от, в Донецькій і Луганській областях. Але ж Порошенка нема. Ну, неважно, закон принят. А закон у нас действует независимо от имен. Сегодня есть военно-гражданские администрации и в области, и есть в городах и районах 9 военно-гражданских администраций в Донецкой области существует. Это вопрос такой, который связан прежде всего ко мне. Я свой долг перед своими избирателями оккупированного города Харцизска и всей Донецкой области выполняю. Я пишу депутатские запросы, я критикую власть, я подсказываю этой власти.
власти, что нужно делать, потому что с моим опытом, с моими знанием экономики и своего родного Донбасса, в принципе, вот нужно, я думаю, считаться. Значит, а сегодня нас в том числе не слышат. Но это второй вопрос. Я все равно буду продолжать этот вопрос осуществлять. А вот говоря о том, что вы сказали о военно-гражданских, я сказал о военно-гражданских администрациях, власть сегодня и создает сегодня как раз вот подобные администрации для того, чтобы люди не могли говорить. И они сегодня экспертами у нас все являются. Вот у нас сегодня поэтому такая технология. Все эксперты, все дают оценки, а в стране порядка нет, потому что нет системы управления государством. Дякую. От тут цікаву тему зачепили. Зараз багато списів ламають на рахунок того, що от вибори треба на території всі проводити, можливо, навіть одночасно з цією тимчасово підконтрольною українській владі території так званих ЛДНР. І при тому всьому виявляється, що навіть теперішній склад Луганської обласної ради і Донецької обласної ради показує, що вони... Що, по суті, місцеве самоврядування не працює. Ні, Руслан, давайте, ну, не нагадати. Проти, я, Сергій, ви проти Сергій Володимирович, я согласен, і він сказав святые вещи. Всі граждане України, я звертаюсь до вас, ви є соучасниками всіх преступлень, зроблених Кравчуком, Кучмой, Порошенко, всіх, хто голосував. Я нічого не відрицаю. Так от, ви всі сьогодні соучасники преступника Зеленського і всіх депутатів, избраних Верховної Ради. Тепер я відповідаю на твій. Не можна звати. Почекай, що значить не можна? У нас Лукаш розказує про парня, що він преступник, а я не можу сказати. Вона, все, я ж не говорю, суджені. Послухайте, вони всі соучасники. І я согласен з людиною. Коли навибирали ви, граждане Луганської, Донецької області, навибирали зелених дебілів. К сожалению, послухай, часть моїх однопартійців, які, прийдя в Верховну Раду, совершают преступления. И со мной господин мэр и депутат областного совета согласится. В законе четко написано. Кожна посадова особа державної влади чи місцевого самоврядування несе відповідальність за свою діяльність та бездіяльність. Я правильно кажу? Правильно. Так от, эти негодяи сегодня преступно бездействуют. Я обратился к каждому народному депутату от всех политических партий. Зелених, серых, синих, голубых. И других национальностей сексуальных. И написал, урегулируйте два питання. Питання с місцевим самоврядуванням на окупованную и аннексованную территорию. Питання на місцевого самоврядування на территории проведения антитеррористической операции кожному. И урегулируйте питання судочинства. Если они совершили преступление, Бакановы, когда, не хочу опять говорить, назначают людей в СБУ, которые не понимают, что такое СБУ, ситуация другая. Если вы не смогли вывести судопроизводство, а люди висят уже 6 лет под судами, вы преступники. Дякую. И я буду это говорить всегда. Дякую, это ваша точка зору. Это не точка зору, это факт, Руслан. И со мной согласился депутат областного совета. Все. Несе відповідальність за діяльність та бездіяльність. Дякую, значить багато тем. А виборці, головна ответственность. Да, а виборці – соучасники всего этого. Все, идемо далі. У День пам'яті жертв депортації і геноциду кримсько-татарського народу президент Володимир Зеленський зробив заяву, в якій згадав 18 травня 1944 року як трагічний світанок в житті кримсько-татарського народу. Також Зеленський написав, що вірить, настане день, коли Крим повернеться в Україну. У ніч на 18 травня на будівлі Офісу президента у Києві була розміщена світлова проекція як символ солідарності українського та кримсько-татарського народів. Тодішні і сучасні репресії проти кримських татар засудили міністри закордонних справ України, Грузії, Естонії, Латвії, Литви і Польщі у спільній заяві до 76-ї річниці депортації кримсько-татарського народу. У документі йдеться про те, що трагедія кримсько-татарського народу повторилася у 2014 році після анексії Криму. Сьогодні посольство США закликали Росії негайно повернути повний контроль над Кримом Україні та не призивати кримчан до російської армії. Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін. Ми закликаємо Росію припинити свої старі традиції нанесення страждань населенню Криму, припинити призов до озброєних сил на півострові та негайно повернути повний контроль над Кримом Україні. Ми підтримуємо Україну і вкотре заявляємо, що Крим – це Україна. Пане Сергію, зараз ви перші маєте можливість відрефлексувати на заяву Квін і взагалі стосовно того, що от, Крим –
ситуації, навіть порівняння з Донбасом, виведені за якісь окремі скобки. Кому потрібні ці дужки? От ми на Україні б'ємо рекорди по кількості днів, проведених під домашнім арестом. А я думаю, що Запад сьогодні б'є рекорди по кількості заяв. От, і подобна заява являється вже енною в кількості предыдущих, які вот, возмущення повна. Глибока стурбованість, так? Да, да, да. Язиком молодь і пішки не хоче. Вот, а що робити? Сегодня. Сегодня нужно не просто заявлять, а нужно принимать меры, серьезные меры, а, к сожалению, и со стороны Запада по отношению к тем, которые сегодня вот, по Крыму, в частности, или по Донецкой области, должны экономические, более жесткие и действенные меры проявляться. Они многие просто продекларированы в конечном итоге. И... Тобто ви вважаєте, що зараз, коли засуха не тільки в Криму, а по всій Україні, і коли в Крим не дати, і від цього будуть гинути, страждати... Це друга немножко тема. Ну чому? Я знаю, страждати хто буде, Русик? Граждани якої країни будуть страждати? Ні, подождите, я думаю... Крим – це Україна? Ні, це тільки можуть американці нести таку ахінею. Там дважди пройшли вибори по закону Російської Федерації. Зараз ваша черга буде, давайте далі продовжуємо. Для того, чтобы вот, определять сегодня, в том числе там, подавать, не подавать, нужно вначале изучать, прежде чем принимать решения. В том числе и многие-многие обстоятельства. Сегодня Министерство реинтеграции Донецкой и Луганской области и Крыма как бы не имеет ни одного луганчанина, крымчанина и дончанина. Понимаете, в этом отношении. Поэтому как они могут вообще-то определить, что туда нужно подавать и вообще-то на каких условиях определять правила игры, правила жизни, которые могут быть. Мы же должны сказать, что в Украине будет лучше. Мы должны это показать. Не просто сказать определенной заявой, вот идите к нам, мы лучше. Мы должны это сделать. А что мы сегодня делаем? И кто сегодня будет делать это за нас? А нас не пускают. Если раньше меня не пускают, я 6 лет не был дома на той территории, меня не пускают, потому что там враги, а сегодня сегодняшняя власть меня не пускает для того, чтобы я собственными руками делал мир в своем доме. Понимаете? То как я могу к этому отнестись? И как мне могу относиться к заявам западным, которые... З цим практично залишаються. Дякую. І зараз у нас якраз до цієї теми буде наступна тема. Україні потрібна безпечна реінтеграція Донбасу. Про це заявив перший заступник голови української делегації в тристоронній контактній групі віце-прем'єр Олексій Резніков. Він також вважає, що представники окремих районів Донецької та Луганської областей від української сторони обов'язково повинні бути... суспільно легітимними серед жителів непідконтрольних і підконтрольних Україні територій. При цьому не нести загрози цілісності країни, державного устрою та стабільності. Поки триває обговорення критеріїв, за якими обиратимуть представників, ймовірно, це будуть правозахисники, священники, журналісти, юристи, активісти, діячі культури та спорту. Нагадаю, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак анонсував, що на наступній зустрічі тимчасової контактної групи Україна представить групу представників тимчасово непідконтрольних районів Донбасу з числа українських громадян, внутрішньопереміщених осіб. Власне, звертаюсь до вас як до внутрішньопереміщеної особи і людини, яка, напевно, ще й особисто знає Резніка. Резнікова, прокоментуйте. Я вже з Львова. Який? Правильно сказав Сергій Батькович? Ну, чоловік несе так ідею. Я сьогодні був в прийомній у Резнікова. Після того, як його назначили віце-прем'єр-міністром, міністром по ділам окупованих територій, він морозиться від переселенців. Ми йому не потрібні. Йому хтось дає інструкцію. Може бути з Америки. А от дівчатки з Америки, я їй напишу за бабки американські інструкції. Не треба вчити нас. Їдьте к себе в Америку і вчите своїх сограждан. Так от, по Резнікову, по Єрмаку, я не знаю, я написав 20 писем Єрмаку. Вони бояться з нами зустрічатися, їм нечого нам сказати, і хватить нас без нас женити. Пан Андрій, пожалуйста, пригласи, проведи встречу, не прячься за коронавірусом, ще за чим-то, встреться з учасниками АТО з окупованої, анексованої території. Пан Резнік, прекрати прятаться, тебе написали 10 писем. Сегодня я оставил свой телефон в приемной. Назначьте нам встречу, мы хотим с вами поговорить. Сподіваюся, вас почують, у нас есть телефонный звоночек. Доброго вечера, в прямом эфире. Добрый вечер. Слухаем вас, так, будь ласка, ваше запитание, якщо можно стисліше. Добрый вечер. Так, слухаем вас. Руслан, это Константин. Так. Я смотрю, что у нас такой калейдоскоп интересных, как говорится, тем открывается. Но самая сквозная тема. Карфаген должен быть разрушен. В конце концов, нам необходимо заняться созидательной идеологией построения,
построение именно коммунистического советского общества и перспектив. Потому что, как мы там будем не вертели, и если бы люди знали, чем закончился 91-й год для Украины, которая погрязла сейчас в войне, в катастрофе, в разрухе, нам необходимо... Дякую, пане Костянтине, зрозуміло, це вже не питання, це вже репліка. Власне, людина, яка має досвід. Слава Богу, що ми сьогодні дискусуємо, яке ми общество будемо строїти, комуністичне або капіталістичне. І мир уже цю тему не обсуждає, розумієте? Мир уже давно вже поділився, ну, нужно строїти общество, в котором жить хорошо людям. И давайте к этому подходить, давайте делать для людей хорошо. А люди должны это делать сами, понимаете? Вот мы говорили о местном самоуправлении. Вот вы сейчас сказали, критерии отбора, там, какие критерии отбора? Никто их еще не знает вообще-то, в принципе, по каким критериям отбирают тех, которые будут представлять. А если говорить по практике... Да, ваш визави сказал 95-й квартал. Он у нас трудоустроен. Да, так а как? Ну, Севоха там, те ну, там. Они там не жили, они не можно, знают людей. Можно я договорю? Мы с этого должны начинать, понимаете, должны быть правила игры и правила в том числе отбора, но в любом случае, в принципе, там сегодня, я одно согласен с вами, власть сегодня боится людей, и предыдущая власть боялась, то же самое, и эта власть боится, да? И сегодня за все время, за прошедший год не было ни одной встречи, ни президента, ни премьер-министра, ни любого министра, ни во Львове, ни в Краматорске, ни где с органами местного самоуправления. Вы понимаете? Не правы. Я встречался 16 сентября с президентом Зеленским, час проговорил, а потом выбросили все. Нет, вы же встречались как участники АТО с оккупированной территории, как переселенцы. А я говорю о органах местного самоуправления. А, за это нас забыли в 2014 году, помножили на ноль. Это касается всего подхода. Дякую. У нас есть телефонный звоночек. Доброго вечера, в прямом эфире. Да, пане Руслан, добрый вечер. Гости студии, добрый вечер. Краматорск. Ну вот, ребята, вопрос сейчас кратко отвечу на ваш. Поддерживаете ли курс президента Зеленского? Нет, конечно, не поддерживаю. У него курса нет. У него есть путеводители и шептал. Это за только одного, за Авакова. Ему простить ничего нельзя. Это Авакова, это прилипала рыбка по уши в крови. А теперь, ребята, земляки, давайте о Донбассе, о войне. Как же нам мириться? Как же нам быть? Я выехал, вернее, семья выехала, дети, внуки выехали из Донецка, микрорайон Киевский. Да. Вот встречаемся, есть же люди, приезжают оттуда, в Славянск. Ну, сейчас карантин, понятно, вот до этого 6 лет. Ненависть и проклятие, ненависть и проклятие. Приезжает, показывает видео, где убивают, расстреливают. Ну и что, говорит, это наши нас убивают. Это наши нас убивают за Ланусы, за Мерседесы. А вы, хохлы, убиваете нас за землю, за язык. Я говорю, да не убиваем вас за язык, мы же одной крови, ребята. Вот так. Как нам быть дальше? 7-й год. Зеленский ни рыба, ни мясо в этом вопросе. А вот этого Ермака, вот этого прилипало, его вообще надо убрать. Он больше вреда приносит Донбассу, нежели какой-то плодотворный. Надо людей, которые выехали с оккупированных территорий. Вот товарищ справа сидит, помоложе. Нормальний чоловік, я приветствую таких людей. Правду матку режет лоб. Говорить все правильно. Дякуємо. У нас є ще один телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Так, зірвався. Йдемо далі. Переселенці з Донбасу можуть голосувати на місцевих виборах. Таку постанову затвердили в ЦВК. Відтак, тимчасово переміщені громадяни, котрі виїхали із Донецької та Луганської областей, зможуть віддати свій голос за фактичним місцем проживання. У ЦВК для цього затвердили новий порядок зміни виборчої адреси. Отже, вам зараз черга для обговорення. Наскільки знаю, на минулих виборах ви були гірше рабів, бо ви не мали права голосувати. Не-не, мы были и тогда рабами, и остались сейчас. Только идиоты могли так придумать. Нельзя это делать. Вы сами сказали фразу «за местом проживания». Я живу 5 лет в Киеве, человек живет в Киеве. А если мы возьмем Сватово или Беловодск, там переселенцев зарегистрировано больше, чем жителей. Они там выберут Путина, извините меня. Только идиоты могли принять и так разрешить голосовать переселенцам. Дякую, пан Сергей, ваша реплика. Ну, я думаю, что мы умеем создавать себе проблемы, а потом мужественно их преодолевать. Понимаете? Национальная традиция. Да, это традиция абсолютно. И вот сейчас, в принципе, это тоже доказательство того, что разрешили переселить, а счастливили. Понимаете? А что, есть конституция, есть мировые правила, понимаете? Если люди не избирают власть, это не имеет права, это власть на существование. Это конституционное право, которое было лишены люди. А теперь вот с барского плеча кинули, в принципе, и теперь радуетесь. И теперь радуетесь. Это, вот для, мы, это хорошо,
Ну, этому надо относиться... Дякую, вас, глядачі, почули. Я нагадую, триває наше опитування, проміжні результати ви бачите зараз на екрані. Долучайтесь до голосування за кілька хвилин в наступній частині Prime Analytica. Зараз я вас буквально по 20 секунд прокоментувати те, що ви зараз бачите на екрані. 20 секунд ваші. Ну, відсоток. А, я, знаете, есть такой хороший девиз в Европейском Союзе, это девиз Европейского Союза – единство в многообразии. Да? Если мы не поймем, что мы все разные, но мы должны быть едины в единой державе, государстве, и сохранить это государство мы можем только тогда, когда мы поймем все разные, и на это будем работать. Дякую, ваши 20 секунд. Я хочу напомнить и поблагодарить человека, вспоминали мы коммунистов и телезрителя, так вот, мы голосовали не за Кучму, а против Симоненко, коммуниста. И в этот раз мне все говорят, те 73%, говорят, мы же не за Зеленского голосовали. Мы голосовали против... Вот вам реальная картина. Сегодня Зеленскому не доверяет самое большое количество населения в Украине. Пора писать заявление. Настав час прощатися з нашими гостями. Цієї години зі мною в студії були міський голова міста Олександрів Микола Греков та депутат Донецької обласної ради Сергій Третьяков. Дякую їм за таку насичену емоційну розмову, а ми продовжимо за кілька хвилин. Не перемикайте. Тож ми продовжуємо програму Prime Analytica. З вами я, її ведучий Руслан Коцаба. І цієї години зі мною в студії економіст, кандидат економічних наук Юрій Атаманюк. Вітаємо. Добрий вечір. І далі про таке. Леонід Кучма – найкращий президент за часів незалежності України. Соцопитування. Тарифи на лікування підвищать, якість медичних послуг поліпшить. Степану, понад 6 мільйонів українців можуть опинитися за межею бідності. ЮНІСЕФ. Леонід Кучма – найкращий президент за часів незалежності України. Саме такі дані соціологічного опитування групи «Рейтинг». На другому місці Володимир Зеленський. За нього віддали голоси 16% опитаних. Третє місце – Леоніда Кравчука. Далі – Петро Порошенко. За ним – Віктор Янукович. І на останньому місці – Віктор Ющенко з результатом у 6%. При цьому 14% респондентів вважають, що жоден з президентів не був кращим. Ще 10 не змогли дати відповідь. І топ-3 політиків, котрим українці не довіряють, це Юлія Тимошенко, Петро Порошенко та Святослав Вакарчук. На четвертому місці недовіри Юрій Бойко. Опитування проведено методом телефонного інтерв'ю, охоплено 3 тисячі респондентів. Похибка не перевищує 2%. І я нагадую, триває наше опитування. Отже, чи ви підтримуєте курс президента Володимира Зеленського? Телефон для голосування ви бачите на екрані, дзвінки безкоштовні. Пане Юрію, починаємо з цього, що дійсно за часи незалежності, як то кажуть, було гірше і ще гірше. І люди зараз, то тих 24%, тобто 14, які сказали, що немає кращих, і 10, які відмовили взагалі брати участь, це якраз ступінь цього протестного електорату, який розуміють, що їх обманули з самим проектом, коли говорили, що Україна – найбагатша держава в Європі, одна з найбагатших в світі, в нас космонавтика майбутнє, літаки. Я скажу, що в дане дослідження, воно завжди залежить від того, як поставлен вопрос. Поэтому тут вопрос был поставлен таким образом, как люди оценивали, при каком президенте они лучше жили. И если дать объективную характеристику через экономические цифры, то самый большой рост экономика Украины, рост ВВП, показала в последний год президентства Кучмы в 2004 году. Это был рост 12%. А предыдущий год, 2003 год, был рост 9%. То есть, если брать отдельно эти два года, то в западной, в серьезных, в прессе, в источниках звучало вопрос, что как есть дальневосточные тигры, которые называли Вьетнам, Южная Корея, так это называли тигр Восточной Европы. Украина вот в эти два года. Поэтому если оценивать через призму экономики, то да, самая успешная модель экономического развития была в это время. Бизнес помнит хорошо 2000-е годы, когда он строился, развивался. Плюс на это накладывает, что страна была мирная, валюта была относительно стабильная и так далее. Олигархи зародилися. Вот, но я хотел продолжить, но
Кучма совершил преступление перед народом Украины тем, что ради того, чтобы сделать представителя своей семьи олигархом, он не мог это сделать только для одного. Он разделил страну между олигархами. Появились олигархи. И с каждым годом, естественно, при слабом президенте Ющенко, при таком же олигархе Порошенко, они усиливают только свое влияние. Все больше сегмент экономики захватывают, контролируют парламент, имеют связи международные и так далее, и так далее. И вот этот ужас, в этом Кучма виноват. Вот. Дякую. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Хто ви, звідки ви в ефірі? Здравствуйте. Доброго вечора. Здравствуйте. Так, так, слухаємо вас. Здравствуйте. Я Рыжков Николай Порфирич, Дніпропетровська область, Нікопольський район. Слухаю вас. Питання ваше. Вот уже 30 лет мы живем на испытательном полигоне. Над нами проводится эксперимент, не знаю для чего. Для того, чтобы освободить территории, земли и отдать их в чужие руки, не наши, украинские. И начиная с первого президента Украины, это нужно было иметь какое искусство, чтобы с дорогами, с заводами, с фабриками, с потенциалом таким энергетическим, с техникой какой. Вы посмотрите на Руслан сегодня. Один единственный экземпляр в мире летает. Сегодня ничего нету. Все разрушено. Надеялись все на Зеленского. А он оказался оборотнем. Вы понимаете, предателем. Он предал все на свете. Он хуже Кравчука, который... враг номер один нашей страны. Дякую, зрозуміло ваша репліка. Я отвечу на этот вопрос. Уважаемый Николай Порфирьевич, ну, прежде всего, я вижу, что вы взрослый человек, судя по голосу. Вы прежде всего не нервничаете, потому что крик души на сегодняшний день в такое состояние завели людей, что все готовы кричать. От этого ничего не легче, кроме того, что вы подорвете сердце, ничего, к сожалению, не добьетесь. Поэтому спокойно. Что касается вашего высказывания, что над нами проводят внешние опыты, вот тут я позволю не согласиться. Потому что, знаете, как говорят, ни одна империя, ни одна крупная компания не разваливается от угрозы извне. А все разваливается прежде всего изнутри. Начиная от семьи, которая разваливается изнутри, и заканчивая компанией и государством. Поэтому проблема в том, что у нас нету элиты, у нас... Те люди, которые выбрасываются как пена наверх, не могут организовать кадровую политику. К сожалению, не родили мы Аденауэра, не родили мы Черчилля, не родили мы Вацлава Гавела. К сожалению, вот так. Потому что от президента зависит 90% того, что происходит в стране. Дякую. Термінова новина. Я прошу, щоб ви прокоментували. СБУ відкрило кримінальну справу за фактом можливого вчинення державної зради Єрмаком і Кучмою, це представники української делегації у Мінську. Це повідомив пан В'ятрович себе і додав документ, тобто витяг з ЄРДР, що порушено кримінальне провадження. Це серйозно, це стаття 111, частина перша, по якій, до речі, і мене хоче засудити. Ну, смотрите, я могу так, как вы сказали, так, чтобы поднять настроение. Вероятность проблем у вас, к сожалению, намного больше, чем вероятность проблем у Кучми и у Єрмака. Пане Юрію, ви зрозуміли, дивіться, яка ситуація. Це дуже важливо, тому що вперше делегація сформована таким чином, щоб чиновники спілкувалися з так званим ЛДНР, а не Кучми, який жодного статусу не мав. І тут, виходить, зараз це все зривається. Ну, смотрите, що значить Кучма не имел никакого статуса? Кучма был представитель. И он был включен в список переговоров. Но это не статус министра, чи замминистра. Он не имеет государственной должности, но если вас, меня, другого, любого телезрителя, уполномоченное лицо внесло в список делегаций, то таким образом на вас возлагаются функции государства. Але це інший статус, коли чиновники. Я понимаю, другой статус, там другие формы ответственности согласно криминально-процессуального кодекса. Но носителем функций государства они являются. Я думаю, давайте мы сделаем выдержку, потому что у нас же очень много уголовных дел возбуждаются по решению суда. Было заявление, отказали, пошли в суд, суд написал, окей,
дело возбудить. Давайте посмотрим, как оно будет происходить. Я не думаю, что это дело будет иметь. Мы уже имеем дело с фамилией Ермак по его брату, и это не мешает ни работать, ни продолжать все функции. Хоть на время такого дела, всегда, когда возникает вопрос по прямому члену семьи и звучит фамилия должностного лица такого уровня, как минимум отстранить от должности обязаны, если даже говорить о моралі, а не о кримінально-процесуальному кодексі. Дякую. У нас є ще один телефонний дзвіночок. Доброго вечора, прямому ефірі. Будь ласка. Добрий вечір. Та... Слухаємо вас. Михайло Іванович з Дніпропетровська. Так, будь ласка, ваше запитання. Чому Ситника не можна посадити за державну зраду? Ситника? Ну, у нас, знаете, перешло экономическое состояние, экономические вопросы перешли в такие узкоправовые. Я думаю, что это эмоциональный вопрос. Недовольные люди, из-за коррупции. Люди недовольны работой наших антикоррупционных органов в целом, потому что под видом демонстрации с 2014 года, демонстрации именно для того, чтобы вводить людей в заблуждение и отмывать деньги иностранных грантов, создали 5 антикоррупционных органов, специализированная антикоррупционная прокуратура, антикоррупционный суд, НАБУ, Национальное агентство против борьбы с коррупцией, Национальное агентство ДЗК, ДБР, да, и так далее. 5. Каждый орган обходится миллиард. Каждый орган обходится нашему нищему, голодному бюджету миллиард гривен в год. Сейчас сделали секвестр, забрали 1,5 млрд субсидий, субвенции с учителей. У них ничего не забрали, понимаете? И у народа просто крик души. Народ говорит, так а где результаты? Покажите одного министра. Дякую, ще телефонний дзвіночок у нас є. Доброго вечора. Хто ви, звідки ви? Ваше запитання. Будь ласка, можете говорити. Я Полтавської області. Будь ласка. Значить, я хотів розказати життя, яка пройшла від війни. Зірвався. Зірвався дзвіночок. Гаразд, пробуйте набирати нас ще раз. Але, власне, у людей багато сантиментів, які стосуються минулого, і старша людина, вона... Перед такой особенностью организма, она схильна памятати все, что было добре. Ну, дело в том, что, знаете, старшие люди, которые вот я с родителями жены общаюсь, с друзьями, которые старше, которые формировались при Советском Союзе, формировались в годы, первые годы возникновения Украины, их много шокирует, шокирует вот такая безответственность чиновников, шокирует... что нету, никто не пострадал ни за коррупцию, ни за свои преступления. Их шокирует такая кадровая политика и кадровая чехарда, что непонятно откуда у нас возникают министры, губернаторы, люди без опыта, без образования. Без одного запуска, да, трудовых миссий. Видна их дурь. Да, сегодня вот недавно была статья, что 30 человек с 95-го квартала и приближенного окружения у трудоустроены. То есть мы же голосовали за что? Что я сформирую правительство технократов во главе с известным в стране экономистом. Это называется непотизм, это коли кумівство. А раз у нас есть такой телефонный дзвіночок, доброго вечера, в прямом эфире. Будь ласка. Алло. Так, слухаем вас. Я жду, а мне сказали... Будь ласка, так, ви в ефірі, ваше запитання. Значить, я на російській мові буду. Будь ласка, як вам зручно? Не запитання. Я благаю винести якийсь законопроект, щоб названі партії «Слуга народу» перейменувати в партію «Слуги народу». Ведь вони нічого не роблять для народу, чтобы какое бы ни было желание и постановление, оно оборачивается против народа. Это один такой вопрос. И потом, если уже... Вы меня поняли, да? Не-не, вы сказали «слуги народу» на «слуги народу». Напевно, вы мали на увазі «вороги народу». «Слуги народу» на «вороги народу», так? Поменяти. Бо вы сказали раз... Да. Будь ласка, ну я вас розумів. Розтлумачую глядачам. Можно еще один? Еще будь ласка, якщо можна коротко, будь ласка. Значит, почему нельзя Геррюса призвать к уголовной ответственности за то, что он развалил это
систему Украины и за то, что он шахты, добыча угля. Ведь люди страдают сотнями тысяч людей. Ну, напевно, Кернес, я зрозумів вас, це, напевно, не за Кернеса, це, напевно, за Героса йде. Ну, це таке спеціалізоване запитання, а ми йдемо далі. Верховна Рада вийшла з карантину. Відсьогодні депутати працюють у звичному режимі. Цей тиждень у них пленарний. У порядку денному, зокрема, парламентарії розглянуть зміни до Земельного та Трудового кодексів, візьмуться за гральний бізнес та закон про громадянство. Чи розглядатимуть постанову про скасування голосування за антибанківський закон, поки що невідомо. Нагадаю, відповідну постанову минулого тижня зареєстрував позафракційний депутат Антон Поляков. Документ блокує підписання антиколомойського закону спікером і президентом. Тож і отримання грошей від МВФ теж блокується. І ми зараз переходимо до такої вічно нашої теми залежності України від її економіки, виключно від позичних грошей. Ну, вначале прозвучало, что закончился карантин, и вышли депутаты из карантина. Я скажу, что в социальных сетях народ очень разочарован, что в Верховном Совете многие у нас, это так шутить я сейчас буду, многие переболели коронавирусом, но нету ни одной жертвы, к сожалению. Вот людям это не нравится. Ну, я на самом деле желаю всем депутатам здоровья, просто чтобы они взялись за голову и думали о стране, о людях, а не думали... Вообще непонятно, о чем они там думают. Теперь, что касается закона, который так называемый антибанковский или антиколомойский, на самом деле это приписывают вот такие к нему ярлыки, чтобы в обществе выработать позицию, что этот закон нужен для Украины. На самом деле это закон антиукраинский. Я объясню на трех пунктах. Пункт первый. Этим законом легитимизируется вся деятельность чиновников Нацбанка, это Гонтарева, Рожкова, Смоли, которые закрывали по беспределу 104 банка Украины, из-за которого пострадали миллионы вкладчиков на миллиарды честных гривен. Вот этим законом их деятельность как бы делается законной, и туда нельзя вернуться. Второе. Этот закон выводит Нацбанк Украины за границы правового поля Украины и дает ему исключительные права и возможности. Третье. Если банки Украины не будут выплачивать депозиты людям, то такой банк нельзя признать неплатежеспособным и нельзя у него отозвать лицензию. То есть банки делаются безнаказанны и не в равных условиях. Если мы до этого закона... Вот, вы банк, я ваш клиент. Мы были в равных условиях, понятно, у вас юрдепартамент, возможности, но с точки зрения права Украины мы были на одном уровне. Теперь уровень вот такой. Вы просто... Поэтому это подрывает доверие к банковской системе Украины. Это уничтожает принцип ответственности за все те преступления, за которым обокрали народ Украины через во многих случаях незаконное закрытие банков. 20 банков уже в судах до третьей инстанции приняли решение судов, что эти действия были незаконны. Дякую, на свій телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Хто ви, звідки ви і ваше запитання? Слухаємо вас. Будь ласка, не мовчіть. Доброго вечора. Чи буде запитання в нас? Немає запитання. І, власне, ви зачепили таку цікаву тему, що 20 банків виграли суди і таким чином зневажили постанову Нацбанку про їхнє закриття. А існує і інша точка зору, які, власне, наполягають на тому, що якщо... Наша українська судова система є суціль продажна, і слово «незалежний» і «суд» між собою не корелюються при теперішніх корупційних реаліях. Може, і добре, що, скажімо, коли, і зважаючи на те, що влада українська теж не є суб'єктом, а вона є об'єктом політики, то може, і добре, що, скажімо, будуть міжнародні суди працювати, а не наші, як дехто вважає, в суціль продажні українські суди? Ну, тогда, если идти по такой логике, то тогда нужно вообще закрывать все суды в Украине и выводить все финансо-хозяйственные отношения в какую-то другую плоскость. Мы же не можем избирательно делать. Есть же конституция. Есть випадки, коли керувалися британським судом, є випадки, коли навіть наймали митницю, наприклад, та сама Болгарія, митницю наймали. Все, все
все случаи, когда нанимали на аутсорсинг иностранные государственные органы в Болгарии, такой случай был в Грузии, все закончились фиаско, и все от этого опыта отказались. Коррупции не подолали. Потому что, во-первых, там вопрос даже не в коррупции. Они приезжают, они назначают себе большие проценты, не несут никакой ответственности ни за результат, ни за качество, ничего, и дают только советы. Понимаете, поэтому это не работает. Если зрозуміти митники були їхні. Еще раз говорю, если вопрос можно делать любую систему. Знаете, как Лао Цзи говорил, мне не важно, какие в стране законы. Мне важно, или они выполняются. Так и все. Поэтому было, вот я помню очень хорошо, вот кандидата в президенты Зеленского интервью у Гордона. Где он четко сказал очень умную вещь. Президент должен быть просто порядочным человеком. А дальше что? То, что он говорил. Правительство технократов и экономистов. То есть, пожалуйста, если президент порядочный, честный и подбирает профессиональных людей, то так сверху вниз оно и идет. Можно сделать 200 законов, как мы создали 5 антикоррупционных органов, а ситуация с коррупцией в стране стала хуже. Поэтому сверху вниз, а уже дальше надо говорить о правовом поле. Дякую. Я нагадую, триває наше опитування. Проміжні результати ви бачите на екрані. Активніше голосуйте. Для нас важлива ваша думка. І зараз ми йдемо далі. Через коронакризу бідними в Україні може стати майже половина населення України. Такий прогноз опублікував дитячий фонд ООН, він називається ЮНІСЕФ, на підставі очікувань уряду щодо падіння економіки у 2020 році. Зараз бідними є 27% українців. Через соціально-економічну кризу, викликану поширенням коронавірусу, ця цифра може збільшитися удвічі. До 44% від загальної кількості населення. Ще понад 6 мільйонів українців ризикують опинитися за межею бідності. Важке фінансове становище матиме кожна друга сім'я, де є маленькі діти. United Nations Children Fund – це дуже авторитетна організація, яка доказала на протяжении длительної своєї історії, що вони дійсно аполітичні. Если сейчас много вопросов к Всемирной организации здоровья, особенно с этими всеми объявлениями пандемии, насколько там, и там еще будут, я уверен, разбирательства, то вот ЮНИСЕФ, наоборот, это организация, которая не была никогда в каких-то конфликтах. Да, и они действительно интересуются вопросами детей, их безопасности, чтобы не было гуманитарной катастроф, чтобы дети не стали беженцами, потому что это наше будущее, да, кем вырастет ребенок. Действительно, на сегодняшний день предполагается при такой тенденции, как идет в Украине, с 27% населения, что станет 44%, а именно там, где есть дети, там, где есть многодетные семьи, там, где матери воспитывают детей сами, и там, где люди возраст 65 лет и старше, то этот процент будет уже 51, то есть более чем половина. Это уровень депрессии, это последняя стадия экономического кризиса, и это уровень, за которым идет гуманитарная катастрофа. Это страшные вещи. Смотрите, к чему это приводит. Ведь у нас, например, на сегодняшний день мы 38-я страна по численности населения, 38-е место у нас. А количество украинцев, работающих за рубежом на сегодня, в районе 6 миллионов, находящихся за рубежом, работающих, это мы на 8-м месте по украинской диаспоре. То есть у нас такое количество за рубежом, как, например, в такой стране, как Бангладеш, которая там 200 миллионов населения. То есть тут надо что-то просто делать. Понимаете, ведь одно дело констатируют иностранные компании. Шмыгаль рассказывает, что будет больше безработица. Социология говорит о том, что 30% предприятий не откроется. Ну, это то, что мы имеем, система координат. А теперь, а что с этим делать? И вот тут, где что с этим делать, вот у правительства нет ответов. Ну что, возвращаемся к этой кадровой политике, когда набирают профанов по непонятным признакам того, что люди, вот эти 30 человек, которых назначил Владимир Александрович вокруг себя из 95-го квартала и окружения, представьте, кого в свою очередь набирают они.
Поэтому вот была правительственная инициатива. Звучит неплохо. Льготные кредиты. 5-7-9. Раскрутили эту программу везде в СМИ. Вот мы делаем. И что? И она потерпела фиаско. Я только ее вводили. Меня спрашивали, даст это что-то? Я говорю, не даст. Почему? Потому что любая программа должна быть комплексной не только в банковской сфере, но и в сфере налогового поля, изменения налогов, чтобы это было выгодно бизнесу, и в сфере защиты внутреннего производителя, и в сфере льгот на зарплату, и в сфере преференций секторальных, и в сфере разрешительных документов на отвод земли, на разрешительные документы на строительство, льготы по ввозу готового оборудования. Комплексную программу нужно дать, чтобы бизнесмен посмотрел, ему выгодно. А так просто кредит. Но когда у нас невыгодные налоги, больше, чем в других странах. Когда у нас невозможно получить разрешение на строительство, хуже, чем в других странах. Поэтому результат этой программы 5-7-9, что дали 451 кредит на сумму 275 миллионов гривен. То есть на 10 миллионов долларов. То есть это результат, который был бы хороший, например, для города Вышгород. Вот в городе Вышгород зашел бы инвестор с 10 миллионами долларов, построил бы там или торговый центр, или жилой массив, или там крупный хлебоприемный приемный комбинат. Вот это было бы хорошо. Но на уровне страны это провал. И опять не садятся, не думают, ни о чем не говорят, а только беспокоятся о том, что ни в коем случае нельзя запретить заградительные меры применить к экспорту зерна. Ни в коем случае нельзя заградительные меры к экспорту лесокругляка. Ни в коем случае нельзя ввести пошлины для ввоза в Украину готовой продукции с того же Евросоюза или там с Америки, потому что, чтобы поддержать местного товаропроизводителя. Все, то есть нету решения, нету. Поэтому происходит следующее, что этот вагон катится без управления, катится вниз, и в конце могут быть очень серьезные ситуации. Сегодня там смотрел последние новости, там в Харькове вышли врачи, фермеры опять выкинули морковку, опять люди все дальше, транспортники с этим. И это вот каждый день больше. Ну, власне, якщо під таким кутом глянути, навіть та сама допомога матерям при народженні дитини. Одно діло, коли вона вводилася ще президентом Ющенком, так? Це тоді ще був долар, тільки вірніше гривня, вона тільки була введена, замінена після купонів, було, здається, 1 долар, це було 2 гривні 63 копійки тоді ще. Зараз сума виплати не змінилася, але ми бачимо, який зараз курс. Таким чином, ви ж як економіст розумієте, що якщо б так само в 10 разів, як зросла валюта, в 10 разів би підняли вартість, це ж напевно б інфляція з'їла це все. Смотрите, є ж, от, чим далі, тим складніше відматувати. Тому що от у нас увеличилось кількість безробітних за короткое время з 300 тисяч до 500 тисяч. Росте це кількість 30 тисяч в неділю. І це офіційно зареєстрованих. Получається, що в марті прошлого года было выделено на фонд, на пособие по безработице 1 300 000, в марте этого года 2 300 000, и уже денег не хватает, уже пошли задержки, уже пошли невыплаты. Когда люди не хотят рожать в силу такой обстановки, то нация стареет, значит, больше нагрузку на пенсионный фонд, больше нагрузка на нашу медицину, потому что больше людей в возрасте, больше требует медицинской ситуации. Изнашивается инфраструктура и основные средства промышленных предприятий. Мы дошли до цифры 80% износ основных фондов в Украине. В соседней Словакии нищая, я не хочу обидеть Словакию, я имею в виду потенциально намного беднее ни недр, никаких там ни атомных станций, ни портов внутри страны. Вообще ничего нету. Но в соседней Словакии за счет перевооружения производства, за счет привлечения инвестиций, у них 35% износ основных средств. Поэтому, когда инвестор идет, он смотрит на эту всю ситуацию. Куда он придет? В Словакию или в Украину? Ответ очевидный. Нужно делать экстраординарные действия. И коронавирус, эта эпидемия должна быть основанием для форс-мажора не внутри Украины, когда сказали, вы можете это применять как форс-мажор, Верховный Совет догадался, а принять это как форс-мажор в наших внешних договоренностях, их пересмотреть,
Не в смысле того, что не выполнять свои обязательства, а основание для пересмотра. Ну, пане Юрію, ви ж говорите за інвестора. Ви ж економіст, кандидат економічних наук. Ну, який інвестор вміняємий, який розбирається, дійсно хоче вкласти гроші, отримати прибуток, вкладе в державу, де, по-перше, яка не контролює свій периметр кордони, де найвищий індекс корупції у світі, ну, в Європі найвищий і один з найвищих в світі, де немає деколи навіть токаря знайти кваліфікованого шостого розряду неможливо. Смотрите, і як смотрите, мені здається, що смотрите, інвестори – це просто вкрадені раніше в нас гроші, які зараз стараються під пільговий режим завести. Смотрите, вот вообще не согласен тут я с вами. Ну, будь ласка, конечно, дискуссия. Потому что когда Лек Ван Ю взял Сингапур в управление, то это была одна из самых коррумпированных, необразованных, преступных стран мира с импортом, и на сегодняшний день это осталось, с импортом 100% и полным зависимостью от Малайзии, потому что даже воду нужно было импортировать. Аналогичная ситуация была в Вьетнам после войны с американцами. Это там был просто развал. На сегодняшний день Кампучия после страшных ситуаций поднимается. Руанда после геноцида поднимается сегодня одна из самых развитых стран Африки. Дальше. Мы все видим пример Израиля. Многие говорят, там еврейская богатая община помогала. Помогают, когда выставляют здравые условия. В Израиле есть прецедент. Они готовы принимать в Кнессете закон под конкретное предприятие. Венгры взяли это за основу и сделали закон под завод BMW. И дали заводу BMW 9% налог на прибыль и отсрочку платежа, и другие преференции. И немцы построили в Венгрии завод BMW. И дали рабочие места высококвалифицированные, высокооплачиваемые. Поэтому все это можно сделать. Под любую компанию можно сделать закон. Можно концессии применить. Сколько раз мы говорили, что не надо вымывать с нищего бюджета деньги на дороги. Сделайте систему платных дорог, зайдет инвестор. Ведь в мире проблема... куда инвестировать. Там швейцарские пенсионные фонды, которые обслуживают Европу, инвестируют десятки триллионов. Арабы инвестируют сотни миллиардов. Япония инвестирует, Китай инвестирует, американцы. У людей проблема в мире, куда девать деньги. Поэтому все можно сделать. Система технопарков, система перерабатывающей промышленности. Более того, придут сильные игроки, которые смогут себя защитить. Если создать технопарк и сказать, товарищи арабы, вы тут за свои деньги строите перерабатывающие заводы, мы вас обеспечиваем сырьем, а не экспортируем к вам зерна, и вы готовую продукцию завозят, кто у Саудовской Аравии это заберет? Зрозуміло. Я нагадую, триває наше опитування. Проміжні результати ви бачите на екрані. Активніше голосуйте. Для нас важлива ваша думка. А ми йдемо далі. Тарифи на лікування підвищити, якість медичних послуг поліпшити. Це основні тези другого етапу медреформи, котрі збираються впроваджувати Міністерство охорони здоров'я. Так, за словами очільника відомства Максима Степанова, у планах не лише збільшення зарплатні медпрацівникам, а й удорожчання вартості послуг. Що ми збираємось робити? Ну, по-перше, це збільшити сам тариф, привести його до реальних цифр. По-друге, запровадити відповідні коефіцієнти щодо саме якості надання медичної допомоги. Бо саме якість є, ще раз наголошую, над пріоритетом. Також, окрім того, при перегляді тарифів на інсульт або інфаркт, наприклад, які є пріоритетними, і та інформація, яку ми отримали, яку ми зібрали під час свого аудиту, ми зараз впевнено можемо сказати, що вони не покривають відповідно вартість пролікованого випадку. Причому не покривають на якісь там 10 або там 15%. Інколи вони не покривають на там в два рази. Я для прикладу, я не є експертом, але я вже вбачаю цинізм в словах Максима Степанова. Невже пан міністр не знає, що ще не відмінена конституційна норма про безкоштовне медичне обслуговування населення? У нас медичне обслуговування це йде не як платна послуга, а соціальне благо, яке обов'язкове для всіх громадян України. Ну, от мене удивило це виступлення, тому що я вважаю все-таки Максима Степанова здравим чоловіком. Во-первых, тут дуже багато популізму в його словах. Перше, ми будемо повищати зарплату врачам.
Пусть покажет источник, как он будет ее повышать. Классно. Это для начала, да? То есть до сих пор вот эти обещанные 300% надбавок не повыплачивали людям. Более того, одни надбавки повысили, другие уменьшили, и везде в социальных сетях расходят прямо выписки из полученной зарплаты. Врачи получают по 6 тысяч гривен. Ну, нема ты обещанных 300%. Медперсонал средний получает по 4 тысячи гривен. Интернам убрали зарплаты. Субвенции на медицину со второго квартала убрали. И в районах квалифицированных хирургов с 10-летних стажей переводят на голый оклад. Поэтому сказать можно, что мы же это тоже слышали, когда шел Владимир Александрович на выборы, он говорил, что зарплата учителя должна быть 4 тысячи евро, насколько я помню. То есть можно назвать, но только Максим Степанович должен был сказать, что где источник этот. А без источника это так, лишь бы сказать. Теперь, что касается платной, бесплатной медицины, это вопрос, то, что имеем уникальный сегодня шанс. Когда монобольшинство, президент, правоохранительные органы, на сегодняшний день монолитная команда, представляющая одну политическую силу, и нужно перезагрузить страну. Но нету такого понятия, как бесплатная медицина. Ее априори не бывает. Есть два варианта. Это страховая медицина во всем развитом мире и в богатом арабском мире для своих граждан, их там немного своих, потому что в основном работают трудовые мигранты, бесплатная медицина, но за которую платит государство. Пане Юрію, дивіться, саме зараз коронавірусна ця інфекція, ця пандемія показала, що країни, де медичне обслуговування йде як, власне, як соціальне благо, як соціальна послуга, вони справилися більше, ніж там, де, скажімо, була так звана хвалена ними найкраща приватна медицина. Приватні клініки Ізраїлю, Іспанії, Італії, Америки, Сполучених Штатів Америки, вони всі показали, що вони не можуть справитися з пандеміями, коли немає навіть натяку на систему Семашко. І, будь ласка, ваша хвилина, на вашу думку, чи можна відродити з таким поглядом міністра про платні послуги, власне, соціально орієнтовану медицину? Как социальную послугу, обовязково. Смотрите, если, я еще раз говорю, что варианта может быть два. И в целом, если вы говорите по миру, все равно при всем том, что в разные страны, но в среднем, все равно смертность не превысила 2,5%. Такая же смертность, как при любых других штаммах гриппов. Поэтому это тут вопрос, что много было политики и много маркетинга. Какая система нам приемлема? Я считаю, что так как мы идем в капиталистическое общество, должно быть медицина, должна быть страховая. Только для страховой медицины мы не должны пугать этим мнением пенсионеров и низкооплачиваем. Вначале нужно поднять уровень экономического обеспечения населения. І настав час оголосити результати нашого сьогоднішнього опитування. Отже, 85% наших дозвонювачів незадоволені результатами першого року президентства пана Зеленського. І тільки 15% задоволені. Прокоментуйте, будь ласка. Ці результати. 85 проти 15. Ну, просто це проблема, що очікування не відповідає дійсності того, що отримали люди. Ведь люди ж голосували, да, з однієї сторони, це було багато протестного, що голосували проти Порошенка, проти тої системи. Не побачили великих відлічей. Да, тобто там кадрова політика. Там був Укрпроминвест, с офиса на электротехнической, все переехали в Кабмин, все. Тут 95-й квартал. Там, ну, обещали, Порошенко обещал войну закрыть за 2 недели, Владимир Александрович обещал войну. Еще и больше загострения, да, боевых действий зараз відбувається. Ну, единственное, что, знаете, это как юмор, получилось, обещал, что трудовые мигранты вернутся назад. Но это получилось благодаря эпидемии. В этом плане. И ему обещают 6 тысяч гривен, шмигаль, брусчатку становит. Но это из такого же разряда, как обещает Степанов увеличить зарплаты медикам, а шмигаль обещает 6 тысяч. Шмигаль обещает 500 тысяч рабочих мест. То есть люди разочарованы, они же голосовали за какую-то программу. Голосовали за деолигархизацию, а получили дефопизацию, когда первый законопроект по бизнесу касался введения повсеместных кассовых аппаратов и так далее. То есть пришли к самым бедным и начали через них наводить порядок в бюджете. А нигде никогда не было слышно, что, знаете, хоть чиновников, хоть НАБУ там как-то хватало, ложило на асфальт и отпускало, никто не пострадал, да? То с олигархами даже не было вообще подхода к ним.
І наостанок, на Житомирщині страус гнався за велосипедистом. Звідки він взявся в селі Андрушівці – невідомо. Погоню на відео зняли місцеві мешканці, які раніше такого, звісно, що не бачили. Ну, всяке було в Андрушівці, тільки не страуси. Может быть, это Смішегор'я убіжав страус. Ні, ви знаєте, можливо, до речі. Але от хочеться так на такому позитиві завершити. Як ви думаєте, чи зроблять люди в статусі виборця, тобто як електорату, висновок з тих всіх проколів, які є з кожним президентом, з кожним новим складом Верховної Ради, які все гірші і гірші, і все далі від ідеалу, який уявляють собі люди? Смотрите, поки що виборів у нас не предвидится, тільки вибори місцеві, місцеві совети, да. Но в місцевих советах, к сожалению, на місцевому уровні ти великі реформи, великі змінення не проведеш. Я більше надіюсь, що Владимир Александрович зібереться з мислями, как-то помедитирует и поймет, что есть только одна ошибка – кадровая. Президент не должен разбираться ни в экономике, ни в медицине, ни в инфраструктуре, ни в международных делах. Он должен разбираться в кадрах, выбирать специалистов. Если ему нужен для его детей учитель, он ищет его среди педагогов. Если ему нужен какой-то строитель, чтобы там что-то пристроить, он ищет среди строителей лучшего, наводит справки. Но он же не говорит, не соберет ребят с 95-го квартала и не говорит, ребят, пойдемте дом построить, дякую пойдемте ему. Учить кого-то. Дякую. Можу тільки добавити, що порядна людина при теперішніх ситуаціях в державній службі у владу не піде. Її ще треба дуже довго просити і переконувати, бо тому, а без порядних людей реформи неможливо зробити. Час програми вичерпано, це була прайм-аналітика. Усі програми можете дивитися на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Також долучайтеся до нас в Фейсбуці, Інстаграмі, Твіттері, на Ютубі і на Телеграмі. Не перемикайтеся, попереду ще багато цікавого.